сравнении с прошлым годом в этом бюджет Чувашии исполнен значительно лучше. Доходы и расходы консолидированного бюджета за три месяца этого года почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2022-го. Такой же рост наблюдается и в части республиканского бюджета. Плановые параметры бюджетов у нас также легли дополнительные средства, которые были учтены законом о внесении изменений при первом уточнении в закон о республиканском бюджете, что отразилось на плановых показателях, ну и на самом деле еще больше повышает, на мой взгляд, значимость процента исполнения, поскольку план буквально накануне 1 апреля был существенно увеличен. Значительный рост расходов наблюдается в социально-культурной сфере и развитии отраслей национальной экономики. Расходы на реализацию республиканской адресной инвестиционной программы за январь-март этого года выросли в сравнении с аналогичным периодом 2022-го почти в 12 раз. Министр финансов Чувашии отметил, что рост во многом связан с высоким уровнем контрактации бюджетных средств. Также он призвал оперативно перенаправлять экономию на другие мероприятия в рамках госпрограмм. С точки зрения востребованности заложенных плановых цифр бюджетных средств и максимально в кратчайшие сроки определились, как их мы будем использовать. Либо в рамках запланированных мероприятий провести все необходимые процедуры, либо оперативно перераспределить с точки зрения приоритизации на те мероприятия, которые также у нас с вами стоят в повестке дня. А таких у нас тоже немало.